Дом купца Овсянникова – один из образцов деревянного зодчества. Объект культурного наследия в центре Рязани был передан активистам ВАПИК в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр, но с охранными обязательствами. Само историческое здание расположено на улице Семинарская, 14. Несколько лет назад дом Овсянников расселили и собирались сносить, так как, по мнению нашего общества, которое занимается охраной памятников, мы решили его спасти. Это 19-20 век, деревянная застройка, вот именно русский стиль. Нынешнее состояние памятника регионального значения оценивается неудовлетворительно. Однако арендатор, местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в обмен на льготные условия должен за свой счет разработать проект современного использования здания площадью 577 квадратов и провести его реставрацию. Обязанности после заключения договора, это за 2 года мы должны разработать проект или нанять кого-то, кто разработает проект, специализированная фирма, а потом это здание отреставрировать. За 7 лет мы должны его отреставрировать и после этого уже эксплуатировать это здание. Планируется сохранить объект и приспособить его для собственной деятельности. В планах открыть в исторических стенах народную школу резьбы по дереву, швейное ателье, а на 2-м этаже музей купеческого быта и истории домов Рязани. Максим Яковлев, Андрей Тюрников, телекомпания «Город».